Всем привет, с вами супермаркет Карапузов, меня зовут Самир, и я хочу представить вам новинку, универсальную коляску Roan Bus Next. Ты помнишь, Bus, он же тоже был хитярой, и Bus Soft тоже был хит. Вот тебе Bus Next, новый хит от Roan'а. С названиями, конечно, не заморачиваются, но что-то новенькое придумывают. Вот смотришь на эту коляску, и все в ней хорошо. Умеет Roan привнести в привычный польский формат какую-то свою изюминку, благородство какое-то, при этом оставаясь верным польским традициям универсальности и практичности. Коляска отлично подходит для любого времени года, но при этом это не трактор, а хорошо сбалансированная модель со сдержанным европейским дизайном. Вес шасси с люлькой 13,8 кг. Не могу сказать, что это суперлегкая маневренная коляска, но это, наверное, единственный ее недостаток, зато габариты делают ее максимально устойчивой и хорошо проходимой по снегу и другим сложным участкам дороги. А также у нее прекрасная амортизация, благодаря которой вы с легкостью поднимете ее перед бордюром, абсолютно не почувствуя ее веса. Высота от пола до люльки 59 сантиметров, что прекрасно подойдет и для высоких, и для невысоких родителей. Ширина шасси 60 сантиметров и высота родительской ручки от 95 до 104 сантиметров. Ознакомиться с расцветками и заказать коляску можно в нашем интернет-магазине Карапузов.com.ua, а также в наших супермаркетах, в Сумах и в Харькове. И обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Текстиль с приятной текстурой и водоотталкивающей пропиткой Water Repellent. Капюшон непродуваемый, пристегнут к основе молнии. У него есть очень классный козырек, который достаточно большой, чтобы закрыть малыша от солнца или осадков, но при этом он легко прячется. И достается. И снова прячется, да. Там на имиджевых фотографиях почему-то все без этого, без козырька, хотя это его фишка, мне кажется, этот козыречек. Но дань моде, минимализм или сайбоксизм. Капюшон регулируется кнопками, которые спрятаны под текстилем. Вам не нужно никуда подлазить, искать эти кнопки, ну, разве что, если очень сильно захочется, то вот они. Сзади есть секция для проветривания, отворот тоже легко поднимается и опускается. Сетка черного цвета, а значит, способна преломлять лучи солнечного света. Белая не способна, если кто не в курсе. Чехол пристегнут молниями waterproof, причем их здесь сразу две, чтобы у вас был быстрый и удобный доступ к ребенку. Смотри, как они тут прошили, вставочку вставили, это что здесь, поролончик. Буковку R тут пришили, красивенькую. Высокий борт пристегнут магнитами. Есть отворот для защиты от ветра, он ничем не крепится сверху, но и так хорошо держится. Под отворотом смотровое окошко, хотя это не окошко, это целое панорамное смотровое окно с видом на ребенка. Оно меня видно тут? В окно это будет. Привет! Внутри хлопковая обивка с мягкими боковинами. Малыш может крутиться, вертеться сколько угодно, тем более, что здесь огромнейшее спальное место 75 на 35 сантиметров. Вот вам и пожалуйста. Для тех, кто ищет просторную люльку для предположительно крупного ребенка. Алло! У меня у мужа 1,80 м, у меня 1,75 м. Что нам делать? Есть встроенный кармашек, матрас из толстой и упругой пены. Чехол матраса, как и вся обивка, снимается для стирки. Основа люльки пластиковая, у Roan появились новые адаптеры с выступающими ручками, благодаря чему люльку легко снимать и переносить, держа обеими руками. Рама алюминиевая, ручка обтянута эко-кожей. Респект дизайнерам за монохромное шасси. Рама с пластиком в один цвет, если кто не понял. Шасси выглядит очень солидно благодаря этому, да и вообще есть разные имиджевые элементы, которые дают приятное визуальное восприятие не только на шасси, а и на модулях. Как я уже говорил, амортизация здесь отличная. Дополнительные амортизаторы можно отключить. Это я сейчас говорю дополнительные амортизаторы, а раньше это было Shock Absorber System лет 5 назад. Колеса гелевые, непробиваемые, с резиновыми покрышками, которые не будут скользить по снегу. Передние колеса поворотные. Удобная тормозная педаль,
И закрытая корзина для покупок, которая выдерживает нагрузку до 5 кг, расположена под углом, чтобы у вас был удобный доступ в тот момент, когда прогулочный блок тут стоит. Прогулочный блок устанавливается в обоих направлениях. Вес шасси с прогулочным блоком 13,1 кг. Капюшон хорошо раскрывается. Есть дополнительная секция. Если в эту композицию добавить еще чехол на ножке, то можно гулять по Аляске. Для лета есть режим проветривания. Размеры спального места 90 на 30 сантиметров. Комплектуется мягким, приятным на ощупь матрасиком. Ручка малыша обтянута эко-кожей, отстегивается с одной или с двух сторон. Высокие борты обеспечат дополнительный комфорт и безопасность малыша. Спинка регулируется удобным механизмом, подножка кнопками по бокам. Подножка пластиковая с прорезиненной накладкой, которую легко чистить от загрязнений. В комплект коляски входит антимоскитная сетка на люльку, универсальный дождевик, сумка для мамы и пледик. Мягкий и шелковистый. Руан решил вобрать в себя все лучшие качества современных колясок, приправил это своим собственным самобытным стилем и дал нам, с одной стороны, очень традиционный, а с другой стороны, довольно уникальный продукт. Назвал это Баснекстом, поставил небольшую цену и сказал: покупайте, люди, пользуйтесь, радуйтесь, мы все для вас продумали. А заказать коляску можно в нашем интернет-магазине karapuzov.com.ua, а также в наших супермаркетах, в Сумах и в Харькове. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми получать новые полезные видео. Загляните на наши соцсети, особенно в Инстаграм. У нас там много интересного контента. Вот. Я вам желаю никогда не ошибаться с выбором. До скорых встреч. Пока. Прощай. И ничего не обещай.